Добрый день, уважаемые студенты. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. О, Илья пришел. Илья, скажите, пожалуйста, вы нашли задачу? Илья, вы меня слышите? Проблемы какие-то со звуком. Так, а Владимир и Беслан, вы студенты Арчила Игоревича, правильно? Да. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Алексей. Приветствую тебя, Алексей. Да, здравствуйте. Как твои соревнования-то идут? Да, вот мы сегодня с Сергеем Артамоновым конференцию, консультацию проводим после. Знаешь что, я хочу, чтобы вы с ним все вместе делали. Дело в том, что у него есть некоторые проблемы. Вот как-то он, в общем, популярность не особенно у него высокая. Там сначала народ приходит много, а потом у него... В общем, там некоторые проблемы есть. Вот хотелось бы, чтобы в будущем году вы с ним вместе проводили все занятия и взаимодействовали с вот людьми типа, как его фамилия-то, с вашей кафедры, Дьяконов. Вот. Они вас научили, чтобы... Я думаю, это сверх задача, потому что там количество предложений превышает число возможностей. Нет, ну вот Дьяконов проводит сам вот такие тренировки по кеглу сейчас. Ты не знаешь? Ну, в открытом доступе. В открытом доступе нет, только для своих. Для своих учеников. Ну, вот Сергей Артамонов, он уже больше года занимается вот тренировкой для решения задач по кеглу. И, ну, что-то вот, мне кажется, ему усиление некоторое нужно. Вот давайте я ко всем обращаюсь. Вот Владимир, Беслан, вот кто еще? Варвара. Так, а что-то Дарьи не вижу, Чванкиной. А что вот там со сроками соревнований? Там просто никого в лидерборде нет, а вроде закрытие скоро. Алексей, это Алексей. Да, Беслан. Смотрите, все хорошо, потому что высоки шансы забрать себе призовой фонд. Соответственно, ну, да, приходите на консультацию. Просто сейчас зачетная сессия, и как бы очень тяжело. Ну, смотрите, если никто не выиграет, то никто приз не получит. И что ты будешь делать с этими деньгами? Мы будем с фондом обсуждать, какие еще есть варианты взаимодействия. Так, пришел Арчил. Здравствуй, Арчил. Андрей Михайлович, добрый день. Рад вас приветствовать. У нас сегодня довольно насыщенная программа, поэтому предлагаю, не затягивая, переходить к докладам. Постепенно люди будут подтягиваться. Ну, а пока я хочу кого-нибудь посмотреть. У нас Беслан и Дарья здесь или нет? Я здесь, да. Да, Беслан, Беслан здесь, Дарьи еще нет. Ну, значит, Дарья подключится. Беслан, тогда я предлагаю, вы уже захватываете экран. Да, хорошо. Соответственно, у нас сегодня выступают молодые студенты ММП. Два доклада, третьекурсники. Третьекурсники знакомят нас просто со своей тематикой, как бы обозначают тематику и, по сути, это доклад о планах. За возможность рассказать какой-то... Так, я могу начинать, да, я так понимаю? Да, там какой-то голос непонятный врезался, ну ладно. И, соответственно, Беслан, мы вас попросим, постарайтесь слайд на весь экран развернуть, если это возможно. Какой-нибудь F11 часто помогает. Полноэкранный режим, отлично. Прекрасно, и мы готовы вас слушать. Как всегда, начните со главного слайда, представьтесь. Так.
Сейчас, секунду. Ага. Да, меня зовут Ашинат Беслан, я студент третьего курса факультета ВМК кафедры ММП. Вот. Сегодня я расскажу про такое понятие, как составные данные, и про их появление в машинном обучении и способах работы с такими данными. Вот. Ну, что это такое? Во-первых, начнем с этого. Вот. Составные данные — это количественное описание частей некоторого целого, передающие относительную информацию. Вот. Если рассматривать с математической точки зрения, то это точки симплекса. Вот. По факту, составные данные — это вектор вещественных чисел, каждый из компонент которого не отрицательно, и в сумме они дают какое-то фиксированное число. Вот. Вот есть иллюстрации к тому, что такое симплекс. Зеленая — вот это симплекс, два симплекс, это зеленый треугольник, это все точки трехмерного пространства, сумма которых фиксирована. Вот, это три симплекс, вот так он выглядит. Есть определена такая операция, ну, не знаю, можно ли назвать это нормировкой, чтобы сумма компонентов была равна единице, стала равна единице, можно поделить каждую компоненту на эту сумму, собственно. Вот. Да, такие данные могут появляться в таких областях, как физика и химия, например, составы веществ. Вот, могут появляться в биологии, в демографии и социологии. И к таким данным нужен свой отдельный подход, потому что обычная интерпретация таких данных не зависит, ну, если рассматривать каждую компоненту отдельно друг от друга, будет немного некорректно, потому что они не являются независимыми. Вот, поэтому нужно как-то придумать какие-то способы работать с такими данными, чтобы корректно применять модели машинного обучения. Вот. Но еще в 80-х годах появилась необходимость работать с такими данными в статистических методах. Вот. И ученый, которого зовут Джон Эйчисон, предложил некоторые способы работы с такими векторами. В частности, он ввел операции сужения и умножения, показал, что множество таких точек с этими введенными операциями является векторным пространством. Вот. Ну и ввел некоторую геометрию с работой с такими данными. Собственно, вот на слайде введены эти операции. Операция сужения. Вот. Ну, вообще, эта операция называлась... Он называл эту операцию по-другому, потому что, ну, как бы тут не совсем сужение. Вот. И операция умножения. Вот. Также он ввел скалярное произведение, нормы вектора и все соответствующие величины. Вот. Так. Да. Также необходимо как-то корректно вести расстояние на таком множестве, вот, потому что не очень понятно, как работать с данными, когда у нас в признаках есть как составные данные, так и обычные данные. Вот. Ну, то есть, если у нас часть признаков объекта представляет собой вектор, который с фиксированной суммой, а другая часть просто какие-то числа, то не очень корректно рассматривать обычные расстояния между такими объектами. Необходимо что-то делать с составными данными. Вот. Были предложены несколько способов преобразовывать эти данные и переводить точки в привычное нам евклидово пространство. Вот. В частности, вот три самых популярных преобразования. Первое – additive log ratio transform. Это преобразование преобразовывает в вектор составных данных в вектор евклидового пространства размерности d-1, где d – это
количество компонентов в данных о составе. Вот. Второй способ – центр log ratio transform. Он преобразовывает в евклидовое пространство размерности D. Вот. И еще один менее популярный, но тоже используемый способ – это изометрик log ratio transform. Здесь вот форма уже немножко посложнее. Ну, вот она, собственно, внизу на слайде. Ну и были некоторые способы вводить расстояние. Вот. Сам Эйчесон в своей публикации говорил, что у расстояний должны быть там какие-то, ну, несколько основных свойств важных, и расстояние должно им обязательно удовлетворять. Но в дальнейших публикациях на это не обращалось внимания, вот, потому что никакой доказательной базы в публикации Эйчесона не было. Он просто предлагал вводить расстояния так, чтобы они удовлетворяли каким-то свойствам. Ну, первый, как бы, способ ввести расстояние – это просто перевести объекты в евклидовое пространство и уже считать расстояние между ними. Соответственно, если мы рассматриваем вектор признаков, в котором часть – это составные данные и часть – это обычные данные, то мы под вектор с данными о составе переводим в обычное векторное пространство и дальше работаем с признаками, как с обычными признаками, с объектами, как с обычными объектами евклидового пространства. Вот. Да, также вот есть, ну вот на слайде некоторые примеры попытки вводить расстояние. Да, но возникает проблема при работе с такими способами преобразовывать данные. Например, если посмотреть на вот эти формулы, то можно заметить, что здесь очень часто происходит деление на компонент, на значение компонент и логарифмирование. Вот, если в наших данных где-то есть нули, то такие операции неприменимы. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, что же делать в таких ситуациях. В статье, вот в этой статье, там в конце будет ссылка на все статьи, которые упоминаются в докладе. Вот в этой статье было рассмотрено несколько способов бороться с этой проблемой, вот, но они все немножко изменяют природу данных. То есть если рассматривать, например, состав вещества и одна из компонентов равна нулю, то при преобразовании такого вектора мы получим, что какой-то из компонентов перестает быть равным нулю. Вот, это немножко теряет смысл природы данных. Вот. Это вот два таких основных способа, как избавиться от нулей в векторе. Вот. Если компонента вектора равна нулю, то мы заменяем ее на вот такое число. Z – это количество нулей в векторе. D – это размерность вектора. И дельта – это какое-то маленькое число. В той же статье приводятся некоторые мысли о том, как подбирать это дельта. Вот. Но конкретного рецепта нет. Это зависит от природы данных и там, их вида. Вот. И второй способ, вот, также формула представлена. Вот. Но несмотря на то, что эти преобразования немного меняют смысл данных, они также используются в некоторых методах. Вот. Кроме преобразования данных в привычный нам вид, можно строить некоторые эмбеддинги и использовать их для методов машинного обучения. Вот. В одной относительно свежей статье 2020 года был предложен способ построения эмбеддингов для бинарной классификации.
Вот. Но для начала в построении этих эмбеддингов рассматривается так называемое распределение Дирихлет. Вот на слайде представлено определение этого распределения. Вот. Оно с параметрами альфа и ита, где сумма альфа и итых, ну, с параметрами альфа и ита положительными, вот, и это многомерное распределение, сумма компонент вектора равна нулю, ой, равна единичке. Вот. Гамма функции, да, вот, которые факториал обобщает. Да, да, да. G это гамма функция. Да. А можно неформально сказать, это что за, это случайно какой-то процесс или что это такое? Ну, это случайный вектор, сумма компонент которого равна единице. Нет, распределение Дирихле, я спрашиваю. Вот, в чем причина, почему именно гамма функция здесь используется? Арчил Иверич, можете пояснить? Ну смотрите, это на самом деле действительно есть бета-распределение, оно как бы одномерно, можно рассматривать многомерные аналоги, мне нужно всевозможные выпуклые комбинации генерировать, то есть наборы чисел, да, мне нужны распределения на наборах чисел, как на симплексе единичном, да, то есть на распределение на множестве, где сумма элементов равна единице, и все элементы неотрицательные. Это называется там выпуклые комбинации, это можно назвать стохастические векторы, и нужно ввести семейство распределений. И вот, соответственно, довольно широкое семейство распределений. Если мы рассматриваем просто, да, число от 0 до 1, это бета-распределение, дают довольно широкое вариативное семейство. Ну, если бета-распределение, семейство бета-распределений обобщить на многомерный случай, то получаются вот эти распределения Дирихле с параметрами альфа и ита. Задавая параметры альфа и ита, можно довольно широкий спектр всевозможных распределений получать. Вопрос был про то, почему именно гамма-функции здесь, так сказать, наиболее... Удобство использовать как сопряженный, да, то есть умеем интегрировать гамма-функцию, соответственно, можем всякие из Стивер-Вера функции удобно формулы, особенно то, что называется в байесовском выводе, да, что можно априорное переводить в апостериорное распределение, имея, да, в качестве, ну, для бета-распределения биномиальное, для Дирихле мультиномиальное, оказывается при этом сопряженным. Ладно, литературу еще надо посмотреть. Ладно, хорошо, продолжайте, пожалуйста. Да, вот. Собственно, в этой статье предполагается, ну, рассматривается это распределение, и предполагается, что данные имеют именно такую природу, то есть вектора, которые у нас есть, они имеют именно такое распределение. Вот. Это формула для матрицирования и дисперсии каждой конкретной компоненты. Вот. И, собственно, как в этой статье строятся эмбеддинги. Вот есть, у нас есть задача бинарной классификации. Векторы представляют собой точки на симплексе, то есть сумма компонентов у нас фиксирована. Для простоты будем считать, что она равна единице. И предполагается, что каждая компонента вектора при условии, что объект принадлежит положительному классу, имеет вот распределение Дирихле F-жита, и при условии, что этот объект принадлежит отрицательному классу, имеет распределение G-жита. Вот. И по таким данным строится новый признак, который равен логарифму частного от этих от значений плотности в данной точке. Вот. Собственно, для эти распределения можно строить по выборке, там, например, с помощью метода максимального правдоподобия. Вот, и по ним, собственно, строить
новые признаки. Вот. И в этой же статье приводятся некоторые результаты экспериментов. Вот график. Здесь сравнивается несколько способов преобразования вектора с остальными данными. Вот. Эти данные синтетические, то есть они прямо в статье же описывают, как они генерируются. И вот сравниваются несколько способов. Синим обозначен как раз способ, при с построением рейтингов. Зеленым обозначен просто без какой-то конкретной обработки. А красным с преобразованием, с аддитивным преобразованием, и желтым с изометрическим преобразованием вектора в евклидовое пространство. Вот. Беслан, уже пора к заключению переходить. Да, вот. Собственно, здесь еще некоторые другие метрики посчитаны и тоже показаны. Вот. Ну и авторы статьи в конце уточняют, что это для конкретно бинарной классификации, способ для бинарной классификации и работа над работа с многоклассовой классификацией у них в разработке, и это будет в будущих статьях. Вот. Новых статей не было, вот, но есть некоторые мысли по тому, как можно это обобщить. Например, наивным, если предположить, что все распределения независимы, то можно использовать наивный Bayesский классификатор. Вот. Ну или какие-то стратегии обобщения бинарных классификаторов на многоклассовые. Например, стратегия один против всех или все против всех. Вот. Ну, все. Так, спасибо большое. Вопросы, да. Да. Вот. Беслан, вы скажите, чем эмбеддинг от вектора отличается? Хайповостью терминологии еще чем? Это же вроде не синонимы. Вообще, по-хорошему, если вы уходить в английский язык, embedding — это процесс, вектор — это результат. Но в русском языке мы это потеряли. Но буквально перевод — это вложение, да? Наверное, какое-то сопоставление объектов, векторов, признаков. Да, то есть должно быть, когда мы говорим embedding, оно должно быть откуда-то куда-то. А вектор – это просто вот он вектор, там можно не рассказывать историю, откуда он получился. А вот то, что вы рассказали, это вообще что? Вы какую-то статью рассказали, да? Или это ваш собственный результат? Нет, собственно, здесь вот с эмбеддингами – это одна статья, и с преобразованиями… С конкретно вот этими преобразованиями это вот взятый из обзора, скажем так, на статью, оригинальную статью Джона Эйчисона. Ну вот, допустим, я познакомился с этим, ну и вопрос, ну и что это мне дало? Какую пользу я могу получить из вашего доклада? Это циничный вопрос. Хорошо, если есть задача машинного обучения, где у вас какие-то данные имеют такую описанную природу, то вам как-то нужно привести их к виду, который привычен для стандартных там методов машинного обучения. Ну да, нормировка там или калибровка, да, это делается. Ну как-то я их отнормировал, да, алгоритм какой я применяю для классификации. Но вот если рассматривать, ну хорошо, вот например, вот в этой статье, где строились новые признаки вот по вот этому способу. Здесь вот эти классификаторы, это SVM-классификатор, был построен для каждого способа. Ну, вот я не вижу, как именно он строится. Знаете, у меня есть такой более общий вопрос. Известно, что иногда признаки недостаточно информативны, то есть вот надо синтезировать новые признаки из уже имеющихся, там, например, там x1 квадрат плюс x2 квадрат. Там известно, да, когда данные группируются каким-то специфическим образом, важно расширить множество признаков, чтобы их можно было разделить гиперплоскостью. Вот хотелось бы больше увидеть результат, вот как синтезировать такие новые признаки из уже имеющихся. Вот, ну, у вас этого нету, но пожелание ко всем, чтобы это как-то было. Да, я услышал.
Окей, у нас просто немножко сегодня напряженный график. Ага. Позвольте остальные вопросы к Беслану отложить уже на какое-то более позднее время. А пока, Беслан, закрывайте слайд свой, чтобы Дарья могла перехватить демонстрацию экрана. Прекрасно. Все, значит, смотрите, да, пока Дарья раскрывает на экран, я хочу напомнить, о чем идет речь. Собственно, в такие базовые методы машинного обучения, ну и вообще в целом статистика, да, они созданы для линейных векторных пространств. А вот пространство на симплексе, пространство стохастических векторов, оно напрямую таким не является. Соответственно, были предложены преобразования, которые переводят вот это специфическое пространство, да, описание состава какого-то вещества, описание состава какой-то смеси, да, переводят в более привычные линейные векторные пространства, чтобы весь аппарат стандартных методов у нас начал работать. То есть логика, базовая логика здесь в этом состоит. Ну и вообще показать, что есть много типов данных, и среди вот типов данных важное место в приложениях занимает именно информация о составе какой-то смеси. Все, спасибо большое. Дарья, вам слово. Здравствуйте. Сегодня я расскажу о методах машинного обучения, которые применяются в системах для противодействия отмыванию денег и вообще какие основные постановки задач существуют в этой теме. Прежде всего, хочется с формального описания, что такое отмывание денег, что считается за отмыванием денег. И отмывание денег – это любая деятельность, которая проводится людьми, владеющими незаконно полученными средствами для преобразования их в глаза правительства в законные. Но также это является и финансирование незаконной деятельности, то есть это тоже является отмыванием денег. Для противодействия отмыванию денег была создана межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Данная организация может выставлять требования уже к финансовым организациям и также накладывать на них штрафы за несоответствие этим требованиям. Вот некоторые требования. Основные перечислены на слайде. Финансовая организация должна блокировать подозрительные транзакции, а также предоставлять отчеты о подозрительных транзакциях правоохранительным органам. Также они должны соблюдать законы о праве хранения и владения данными. Все данные о их клиентах, ну, о клиентах финансовых организаций, об их действиях внутри системы, не могут распространяться. Отсюда вытекает одна из проблем данной сферы, что открытых данных по этой, ну, для задач противодействия отмыванию денег нет. Также применяемые методы должны быть интерпретируемыми, и применяемые методы должны соблюдать этические нормы. Я прошу прощения, я хочу уточнить, откуда вообще эта интерпретируемость идет. На самом деле мы уже с вами как-то говорили, я несколько занятий назад упоминал, что речь идет о том, что регулятор, ну, например, Центробанк или какой-то орган стандартизации, правительственный или межправительственный, должен согласиться сертифицировать ваш там алгоритм. И в том числе, если вы говорите, что выявляете что-то на основе искусственного интеллекта или машинного обучения, тем не менее посторонние люди должны признать, да, поставить печать, большую круглую печать на ваш метод. И вот интерпретируемость – это одно из важнейших требований. Дарья, пожалуйста, дальше. Так, давайте следующий. Вот в литературе вы... В литературе выделяют три стадии отмывания денег. На стадии размещения деньги, преступные деньги вводятся в финансовую систему. На стадии наслоения
деньги перемещаются внутри финансовой системы через сложные сети транзакций с целью запутывания. И интеграция – это когда преступные деньги уже смешиваются с реальной экономикой, например, посредством инвестиций в недвижимость, покупки акций или предметов роскоши. Финансовые учреждения могут отслеживать незаконные транзакции только на первых двух этапах. Если мы уже, если деньги перешли на стадию интеграции, то есть они уже работают в экономике, то их очень трудно отследить, и финансовые учреждения уже этим не занимаются. Так, и, наверное, мне еще нужно сказать о том, что так как есть вот финансовая группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые штрафуют финансовые организации за несоблюдение законов и требований, то в нашей задаче нам нужно как можно лучше, то есть нам нужно заявлять о подозрительных транзакциях, которые действительно являются мошенническими, и как можно меньше заявлять о подозрительных транзакциях, которые на самом деле не являются мошенническими. Вот. В основном структура системы борьбы с отмыванием денег можно представить по таком ступенчатом виде, по уровням. На первом уровне это уровень данных, здесь собираются и обрабатываются данные, данные как внутри банка, то есть это, например, профили клиентов и их транзакции, так и внешние данные, которые получены, например, из правительственных органов. Это черные списки, списки санкций и списки там каких-нибудь нежелательных лиц. Второе – это уровень фильтрации или уровень мониторинга. На данном уровне проходит проверка имени клиента вот в данных списках, и как раз-таки анализируются транзакции на предмет мошенничества. И дальше этот анализ переходит на уровень предупреждения. Здесь уже принимается окончательное решение о том, предупреждать ли систему о том, что это является, транзакция является подозрительной. После этого уровня те транзакции, которые не были помечены нашими методами мошенническими, правильнее сказать, подозрительными, вот, то есть не были помечены подозрительными, они приводятся в действие, а транзакции, которые были помечены подозрительными, переходят на следующий уровень принятия решений, и на уровне принятия решения уже принимает решение эксперт, специалист, человек, и это требует закон, чтобы именно человек принимал решение о блокировке транзакции. Дальше уже составляется отчет и посылается в правительственные органы. Я это рассказала структуру, потому что многие исследователи, они работают в финансовых учреждениях, и их задача состоит не только в как можно лучше отфильтровать мошеннические, пометить подозрительные транзакции, но также они занимаются структурой данных, как лучше проверить, например, имя в списках, в черных списках и в списках санкций и так далее. Но основная задача — это пометить транзакции подозрительными, чтобы на следующем уровне человек уже на основе анализа принимал решение, блокировать эту транзакцию или нет. Основные методы, которые используются, это классификация, сетевой анализ и кластерный анализ. Больше всего в литературе встречаются методы классификации.
такие как метод опорных векторов, решающие деревья, наивный байесовский классификатор, случайный лес или градиентный бустинг. Вот из этих методов больше всего встречаются метод опорных векторов с различными ядрами и решающие деревья. Также сюда же можно отнести, что для анализа иногда решают задачу прогнозирования вероятности того, что данная транзакция является мошеннической для дальнейшего анализа уже человеком на последнем уровне. Также была интересная статья, где применялся сетевой анализ в криминальном анализе. В данной задаче решалась задача того, какую роль играет преступник в преступной сети. Эти роли были известны авторам, и они их назвали стандартными. Строился направленный связанный граф, где вершины графа — это счета пользователей. И две вершины соединялись ребром, если с одного счета были переведены деньги на другой счет. Далее каждой вершине ставился в соответствие вектор из чисел, где каждое число — это подсчитанная мера центральности. Мер центральности очень много. Насколько я поняла, грубо говоря, мера центральности — это то, насколько, ну, например, насколько часто у нас совершаются транзакции с этого счета на другие счета. Вот. Каждая мера имела свой собственный интервал по умолчанию для каждой роли. То есть у нас, можно сказать, в каждой вершине есть вектор из чисел для подсчитанной меры центральности, и для каждой роли есть, ну, если неформально, то вектор интервалов для каждой меры центральности. Далее, на основе этого вектора для каждой роли подсчитывалась некая сумма. Здесь приведен алгоритм, я не буду вдаваться в подробности, что здесь происходит. Просто подсчитывалась некая сумма для каждой роли, то есть для каждой вершины подсчитывалась сумма для каждой роли. И та сумма, которая была максимальной, та роль и назначалась этому преступнику, можно сказать. Вот. То есть это уже криминальный анализ, который использовал как банковские выписки из банков и Национального судебного реестра. Эта задача немного выходит из банков. Вот. Вот следующий уже анализ — это кластерный анализ, который также решает задачу пометки подозрительности транзакций. Авторы данной статьи использовали наборы данных, транзакций в инвестиционной сфере. То есть там были транзакции покупки и продажи акций. Рассматривались две важные характеристики. Это частота транзакций и сумма перевода. И чтобы их рассмотреть, рассматривались два отношения. Это отношение стоимости купли к стоимости продажи акции и отношение стоимости продажи к стоимости акций в определенный период. Данные показатели участвуют в методах противодействия отмывания денег на основе правил. Вот. Далее, если можно, прям, наверное, я вкратце расскажу, если будут вопросы, я подробнее остановлюсь. Данные с этими отношениями
проходили через алгоритм кластеризации K-means. Параметр K, он назначается обычно специалистами, это обычно от 3 до 5. И вот в данной статье K было равно 4. И здесь можно увидеть, что на первом рисунке это вот как выглядят обычно данные. Обычно по оси OY у нас первое отношение, а по оси, по оси Y у нас первое отношение, по оси X второе отношение. И мы можем видеть, что примерно почти все данные у нас расположены вблизи осей координат. Ну, это тоже, так сказать, экспертное мнение, что эти отношения и должны быть не очень большими. Далее, каждая транзакция... Так, сейчас. Даша, немножко сокращайте эту часть. Да. Далее вот они, наборы данных, вот различные, показывали, какой кластер они относят к подозрительными. Вот они строят, вот на первом рисунке у них подозрительный кластер, это вот этот, то есть где большие показатели этих отношений. На вот этом рисунке это вот этот кластер, и на этом рисунке вот этот кластер. Теперь, когда у нас, вот мы знаем, какой кластер мы говорим о том, что он подозрительный, когда появляется новая транзакция, если она близко к этому кластеру, то мы говорим о том, что эта транзакция является подозрительной. В данной сфере исследователи сталкиваются с проблемой открытых данных, как я уже сказала, так как финансовые организации не могут распространять информацию о своих клиентах. Поэтому исследователи вынуждены рассматривать не только методы и технологии для противодействия отмыванию денег, но и методы получения синтетических данных, которые были бы либо основаны на реальных данных, либо максимально приближены к реальным данным. Поэтому также сложно оценить, насколько твой метод, который ты, может быть, придумал или разработал, действительно работает в жизни хорошо или плохо. На сегодняшний день известно самое лучшее решение в мире, и это платформа Global Social Network Analytics, которая запущена в 2018 году. Но, опять же, технологии, которые используют такие платформы, не являются общедоступными, что затормаживает процесс исследования данной сферы. В заключение я хочу сказать о том, что на проблему отмывания денег все чаще обращают внимание. Это действительно является важной проблемой, которой, если не противодействовать, влечет за собой много последствий. Также финансовые институты все активнее привлекают технологии больших данных и искусственного интеллекта. Дальше здесь у меня представлены полезные ссылки. В принципе, на этом все, что я хотела рассказать. Спасибо большое. У нас буквально 3-4 минуты на вопросы по этой теме. А почему так мало времени? У нас сегодня все... Потому что еще будет большой доклад. Так, ну вопрос у кого-то есть? У меня такой общий вопрос. Вот вы... Под понятием отмывания, вот как формально описывается понятие отмывания и как оно распознается? Значит, формально оно описывается, вот как у меня здесь написано, что это... Любая это не есть хорошее описание. То есть критерии, вот такие-то действия, это отмывание, вот как понимать? Нет, критерии следующие. Деньги были незаконными. Да, начинается с того, что были незаконные деньги. А в итоге кончилась история. То есть это правда, любые действия. Можно там на Луну было слетать, можно с инопланетянами было пообщаться. Но если сначала были незаконные деньги, а потом всем кажется, что деньги законные, то это называется отмывание денег.
Арчил, я не понимаю слова «незаконные деньги». Вот деньги, они на счетах всегда каких-то лежат, правильно? Когда они стали незаконными? И откуда они возникли вообще? То есть они возникли с одного счета, переведены, стали на другой счет, да? В какой момент они из законных стали незаконными вдруг? Ну, это хороший вообще вопрос, но считается, что есть какой-то там перечень деятельности. Насколько я понимаю, действительно, в разных странах, что такое законно-незаконно, имеет разное определение. Формального определения законности денег пока мы не видим. Но оно все время меняется. У нас в год сколько законов в стране принимается? Тут я вот понять не могу. Вот деньги даже за нефть, да, вот мы когда нефть продаем, мы реально денег не получаем. У нас там на зарубежные счета, значит, компании, которые купят нефть, они кладут эти деньги. То есть это не наши деньги. Они вот в тот момент, когда их положили, они уже незаконные. Или они когда-то... Андрей Михайлович, тут отдельный вопрос. Дело в чем, на какую юрисдикцию можно распространить закон? Допустим, Российская Федерация придумала определение законности денег или незаконности денег. Но вопрос, на что его можно распространить? Это вопрос применимости юрисдикции. И это как бы за пределами определения, это вообще к любой деятельности можно отнести, какой закон, где можно применить. В общем, все сложно. Ладно, да. С учетом того, что времени мало, я, наверное, больше не буду ничего спрашивать. Еще какие-то есть острые вопросы по этой теме? Ну, соответственно, мы с Дарьей анонсировали тему, и Дарье сейчас вот приходится ей делать акцент именно на синтезе самих этих данных. Все, спасибо большое. Владислав, перехватывайте демонстрацию. Да, добрый день, сейчас, секунду. Так. Значит, напоминаю, что в 8 часов у нас начнется заседание, посвященное текущей ситуации по одному конкурсу. И, соответственно, мы хотим просто я, Алексей, Сергей должен, если он сегодня сейчас с нами уже, мы хотим перейти в другую конференцию, ну, в общем, и уже начать там по другой теме общаться с молодыми студентами. Можно и в этой, ну, если вы уже анонсировали, да. Это свободная тоже конференция. Так, а сейчас еще один доклад, да? Кто-то? Да. Влад, захватывайте экран. Прошу прощения, у меня что-то вылетело сейчас. Все, сейчас вроде готов. Угу, хорошо. Так, вроде, надеюсь, все видно. Вот, презентацию сейчас я сделаю большой. Окей. Самая актуальная тема сейчас, Паша, из каждого утюга. Да, наверное, да. Уже последние 5 лет, возможно. Да, меня зовут Тыцкий Владислав. Я студент кафедры ММП. Факультета ВМК, и сегодня вот мы поговорим об интерпретируемом машинном обучении. Действительно, эта тема очень важна, и поэтому мы обсудим, зачем нужна интерпретация. Потом мы обсудим основные, самые интересные, ну, и самые такие прорывные методы, которыми сейчас все пользуются. А также попробуем применить эти методы, как бы подумать о том, как их применять для временных рядов, потому что в целом они не особо адаптированы для этого. Начнем мы с того, что как мы используем машинное обучение. Обычно мы, если оставить какие-то совсем сложные, ну, если упростить, то обычно все выглядит так. Мы ставим задачу какую-то, у нас появляется постановка задачи, и потом мы в какой-то момент понимаем, что нам вдруг понадобилось машинное обучение. Вот мы решили, что мы хотим делать это все машинным обучением. Дальше, возможно, у нас появляется сбор данных, возможно, у нас эти данные уже есть, но в любом случае у нас должны появиться какие-то данные. Дальше мы там можем выбрать несколько моделей, пообучать их, получить там лучшую модель, которая лучше всех работает по каким-то метрикам. И как бы после этого мы можем как бы задать себе вопрос: все, мы достигли, чего хотели, у нас модель хорошо работает, она там на тестовой выборке получает хорошее качество, и как бы вроде можно остановиться. Для некоторых сфер это действительно так, мы можем
остановиться и просто как бы использовать модель и, ну, как бы не думать о том, как она работает, но во многих сферах это, к сожалению, не так, и здесь возникает вот проблема черного ящика, то, что модель на самом деле... В многих сферах это, к большому счастью, не так. Да, ну, как бы действительно, то есть сферы, где как бы можно использовать умный ящик, если вы об этом, и как бы главное, чтобы работал на тестовой выборке, и в принципе хорошо. Вот. Да, и мы получаем, как бы, что модель наша, по сути, это черный, умный черный ящик, который как-то там скушал наши данные, потом выплюнул очень там похожий на правду ответ, и мы не понимаем, почему, собственно, так. И здесь появляется новая сущность, которую можно как бы внести. Это вот как бы интерпретация, то есть это штука, которая может объяснить нам, почему, собственно, модель приняла такое решение, почему вот именно на этом объекте она там сказала, что это котик, а не собачка, на что она обратила внимание, какие свойства объекта она считает наиболее важным, ну, в общем и как бы в совокупности на всех объектах, вот, и как бы мы как раз поговорим об этой вот сущности, мы посмотрим, как вообще можно подойти к такому, к построению такой сущности. Но перед этим последнее, что хочу сказать, вообще где, собственно, нужна эта интерпретация, как бы далеко не во всех сферах, но все же сфера есть. И, наверное, самое важное, ну, как бы мне кажется, что это такая очень важная сфера, где нужно объяснить, и чтобы модель была прозрачной, это медицина, когда как бы на счету человеческие жизни, то есть как бы когда там какие-то деньги, это еще не так страшно, как человеческие жизни, то есть если мы там принимаем решение, как лечить пациента, или мы там доверяем модели нахождения каких-то болезней у человека, то это, конечно, очень важно, чтобы модель была достаточно адекватна, и чтобы человек понимал, что она как бы, почему она приняла такое решение. Ну, конечно, здесь еще и возникают банки, там какой-нибудь кредитный скоринг и так далее. Также государственные структуры часто, даже в последнее время даже в России появились документы, которые утверждают, что модели там, искусственного интеллекта должны быть достаточно прозрачными, интерпретируемыми. Это обязательно как бы вот. Также как бы интерпретация часто может помочь глубже понять явление. Мы можем посмотреть то, что модель сделала, и мы можем вдруг неожиданно обнаружить какие-то необычные закономерности данных. До этого мы не могли этого сделать, ну, или просто не особо внимательно смотрели. Вот. Ну, и также мы, как бы, в конечном счете, просто можем быть уверены, что модель адекватна, что она, как бы, в принципе, делает адекватные вещи. Она обращает внимание на адекватные вещи, там, на каких-то конкретных объектах или, может быть, на всех объектах обучающей выборки. Вот. И теперь мы можем начать вот рассматривать методы. Их очень много разных, но как бы они обычно делятся на такие основные. Это вот методы локальные, это методы, которые объясняют модель на каком-то конкретном объекте. То есть они не пытаются сказать, что вот, ну, как бы не пытаются рассматривать модель в общем, они смотрят какой-то конкретный объект и пытаются понять, почему модель сказала, что на этом объекте как бы там высока вероятность встретить кошку или там собачку. Вот. Глобальные же, наоборот, они как бы смотрят на модель в целом и пытаются сказать, что вот наша модель, в принципе, смотрит часто вот на этот признак, он какой-то самый важный для нас. То есть там в табличных данных там этот признак самый важный, он вот, прям чаще всего модель на нем как бы на него смотрит и, в принципе, на все остальное и не особо там важно смотреть. Вот. Также как бы отдельно модели бывают специфичны для модели, то есть если у нас модель там решающее дерево, то мы можем как бы привязаться к этому алгоритму, к этой модели и использовать какие-то ее свойства, чтобы построить вот эту как бы интерпретацию, модель, которую, ну, вещь, которая будет интерпретировать эту модель, или, возможно, есть как бы индифферентные к модели, или модал агностик в английской литературе, это вот модели, которым абсолютно все равно в целом, как бы, как выглядит вот эта модель, как она работает внутри. Ей важно, что мы можем подать какие-то признаки и получить на выходе ответ. То есть абсолютно черный ящик, и она может, в принципе, она может как бы понять, как эта модель работает. Вот. И, ну, самый простой метод, который может прийти на ум всем, это просто использование, ну, и на самом деле им часто пользуются, и считают, что это единственный верный способ. Просто используем простые модели. То есть мы берем линейные модели или деревья, не как бы не, не,
не леса и не бустинг, а просто дерево одно. И мы считаем, что так как это в целом для человека достаточно понятно, как интерпретировать эту модель, то есть я сейчас чуть дальше объясню, как мы интерпретируем линейные модели и деревья, мы считаем, что это очень простые, ну, достаточно простые модели для понимания человека, и поэтому вот мы будем использовать только их, и тогда нам все будет прозрачно и понятно. Да, ну то есть вот как бы сама структура построения вот модели, она сообщает принципы принятия решений, но, конечно, есть недостаток, то что далеко не всегда эти модели справляются с задачей хорошо, то есть мы, конечно, можем их объяснить, но они там будут очень давать плохое качество во многих задачах. Вот. Ну и, собственно, как мы объясняем линейные модели, например. То есть у нас мы обучили как бы вектор весов, и вот теперь мы можем посмотреть на вес при каждом признаке, и чем там больше вес по норме, тем, ну, по абсолютному значению, тем значит, более важный этот признак получается. Вот, если там вес около нуля, то, соответственно, это как бы признак считаем неважным. Вот, в принципе, интерпретация достаточно простая. В дереве еще как бы как будто проще, то есть я думаю, даже ребенку понятно, что мы, ну, мы как бы идем сверху вниз, начиная от корня, да, начиная от корня, и как бы смотрим на признак, и там ответ «да», «нет», то есть типа больше там единички или меньше единички, мы там идем влево или вправо, ну и там в конечном итоге доходим до какого-то конкретного ответа, как в принципе здесь на рисунке представлено. Вот, то есть действительно модели в принципе достаточно понятны. Вот, но, конечно же, этого недостаточно, и хочется попробовать как бы, ну, мы хотим использовать другие модели, более сложные, но как бы все равно пытаться объяснить. И вот здесь, ну, несколько лет назад появился метод, который основан на локальной интерпретации, то есть это важно, что он объясняет конкретный объект, и он абсолютно индифферентен к модели, то есть нам все равно, какая модель. И как, в принципе, он работает? На самом деле, работает он достаточно интуитивно. Я пока сейчас абстрагируюсь из слайда, мы просто берем какой-то конкретный объект, и в окрестности этого объекта мы как бы строим линейную модель, например. То есть простую модель, которую мы можем объяснить, мы ее как бы, ну, мы строим и, соответственно, ее объясняем. Вот в целом концептуально это так выглядит. Теперь более конкретно. Вот у нас есть x – это конкретный объект, f – это наш черный ящик, который вот мы можем прогнать, получить ответ на каком-то объекте. И мы какую-то выбираем простую модель. То есть у нас там есть линейная или дерево, например. P от x, чуть дальше я объясню, что это такое, в принципе, пока что это не важно. Ну, и мера сложности модели – это, ну, мы можем каким-то образом ввести меру сложности модели. Например, у линейной регрессии это может быть количество ненулевых весов, то есть тем как бы меньше нулевых весов, чем больше ненулевых весов, тем модель сложнее. Ну, обычно это как бы немножко, ну, немножко опускается вещи, ну, она, в принципе, имеет право на жизнь. Ну, вот, и, собственно, что мы делаем? Мы сейчас, наверное, лучше нет. Мы в окрестности объекта X сэмплируем каким-то образом, как бы в какой-то окрестности X штрих, как, ну, какое-то количество, какое-то множество объектов X штрих, и смотрим ответы нашего исходного сложной модели на этих X штрих и пытаемся с помощью более простой модели как бы приблизить ответы. То есть мы хотим, чтобы простая модель объясняла, ну, говорила точно так же, как и сложная модель на вот этих объектах в окрестности x-штрих. Вот, в принципе, идея очень простая. Ну и здесь вот этот p от x появился. Это, по сути, некоторый вес. То есть чем x больше, ну, чем x-штрих больше похож на x, тем, собственно, вес больше. То есть если x-штрих очень не похож, то мы не будем сильно это учитывать. Вот, будем учитывать только вот достаточно похожий x-штрих. Вот, и концептуально это в принципе все, что делает Lime. И дальше мы просто вот, ну, там, конкретно можем взять линейную модель, например. И вот что мы делаем? Вот мы выбираем этот x-крестик, и мы как бы насэмплировали каких-то близких к нему объектов, вот здесь, например. И вот в этой окрестности строим линейную, ну, там, линейную, здесь в данном случае линейную классификацию, то есть там, логистическую регрессию используем, например. То есть вот чем больше кружочки, тем больше мы их как бы учитываем по весам, чем меньше, тем как бы меньше учитываем, потому что они очень далеко. Ну вот концептуально это все. То есть он очень интуитивно понятный, этот алгоритм. Удивительно, что только недавно его как бы начали использовать.
Вот. Так, да. Ну и дальше мы, обучив линейную регрессию или там линейную логистическую регрессию, мы можем ее интерпретировать вот в этой окрестности этого x. Вот. Так, ну и, например, мы можем, что интересно, мы можем это использовать для изображений. Казалось бы, как бы изображение – это что-то сложное, это что-то структурированное, и как бы непонятно, что значит окрестность для изображения. То есть мы можем, конечно, менять по L2 норме, да, и смотреть похожесть, но кажется, что это не очень хороший путь, потому что семантика изображения может сильно измениться, и как бы это не то, что бы мы хотели. И поэтому здесь есть очень интересная идея, как бы, вместо какого-то, ну, вместо того, что мы будем считать, что признак – это один пиксель какой-то конкретный, мы будем считать, что признак – это вот какой-то набор пикселей, то есть это вот суперпиксели. Вот в данном случае, например, суперпиксель – это голова собачки или там гитара, ну, кусочек гитары. То есть это суперпиксели, которые вот как бы образуют, ну, по сути, один большой признак, и мы в данном случае как бы… этот большой признак меняем. То есть мы можем его заменить на серое пятно. То есть вот один большой признак мы заменили на серое пятно, это и будет как бы изменение нашего признака. То есть у нас исходное изображение вот такое, а потом мы там выключили кусочек. И вот это будет x-штрих вот с выключенным кусочком. Ну и, соответственно, все то же самое дальше, как и было до этого. Там с некоторыми оговорками, ну, не будем об этом. Простите, а вот это изображение с собакой из какой статьи? Да, прошу прощения, здесь статья, ну, она будет в литературе приведена, это основная статья про Лайм, то есть, да, извиняюсь, что я не написал здесь, ну, как бы, откуда я взял, да, вот, надо было. Ну, в общем, в конце в литературе будет написано, откуда изображение, оно будет из статьи про Лайм, вот. Так, можем идти дальше? Так, ну, если, двигайтесь дальше, конечно. Если здесь все понятно, то дальше пойдем к более сложной концепции. Она, ну, как бы очень интересна тем, что она пришла как бы из другой области, из теории игр, из кооперативной теории игр. И сейчас вот, да, мы немножко отойдем от машинного обучения, но потом снова к нему вернемся. Вот как бы мы сейчас будем рассматривать Шепли-Вейлис. Это задача у нас вот в кооперативной теории игр есть... Задача распределения наград между игроками. То есть у нас есть игроки, они там играют какую-то игру, и они вместе кооперативно это делают и получают за это награду какую-то. И вот мы хотим понять, а как максимально справедливо распределить эти награды между игроками, потому что мы понимаем, что есть сильные игроки, есть слабые игроки, и как бы они по-разному внесли вклад в игру. И вот мы здесь ключевое предположение, что как бы награда пропорциональна вкладу игрока. Ну, это достаточно звучит как достаточно справедливое предположение. Вот, и теперь вот введем некоторые сущности. Вот у нас есть P – это как бы все игроки. R – это все возможные перестановки игроков, и их N факториал, соответственно. Как бы, вот. U от K – это награда за множество, награда множества игроков K. То есть мы взяли какое-то множество игроков и смотрим, сколько они, вот это множество, получает там денег, ну, какую-то награду. Вот, то есть мы можем для произвольного множества это посчитать, ну, как бы под множество из игроков получается. Мы можем это посчитать. Вот, далее. PRI – это игроки, которые встретились в перестановке R до итого игрока. То есть у нас есть перестановка, мы считаем, ну, мы смотрим, какие игроки до итого игрока встретились. И вот как бы это множество такое. Вот, ну и далее мы вводим вот phi ita – это как раз та награда, которую получает ITA игрок. И она в целом считается достаточно интуитивно. То есть мы смотрим по всем возможным перестановкам, добавляем ITA-го игрока к игрокам, которые шли до него, ну и вычитаем игроков, которые шли до него. То есть как бы сколько мы получили награды, когда добавили ITA-го игрока. Это буквально вот в этом состоит идея. Ну и, соответственно, по всем возможным перестановкам мы прошлись и получили вот этот фиты. И, конечно, мы не просто формулу из, как бы из головы придумали. На самом деле она, я думаю, она пришла из свойств, изначальных свойств, которые мы хотели наделить эту вот эти Шепли-Вейлис. То есть первое свойство – линейность. То есть вот как бы, насколько я понимаю, у нас есть, например, две игры. Игры, они независимы, и тогда мы можем как бы вот эти
вклады разделить, ну, как бы, то есть линейно разделить просто. Вот. Также симметричность, то, что как бы награда игрока не зависит от его номера, в целом тоже логичное, как бы, логичное пояснение. Есть также аксиома болваны, то, что бесполезный игрок не вносит вклад в коалицию, то есть он, по сути, не получает никакой, никакой награды. Он ничего не делает, он ничего не получает. Эффективность – это то, что мы как бы вот у нас есть награда для всех игроков, и мы ее, ну, и вот эти награды для каждого отдельного игрока, они равны награде для всех игроков, для всех игроков. Тоже в целом логичное, как бы, логичное свойство. Вот. Ну и доказывается, что существует единственная формула, которая, ну, единственная формула, которая удовлетворяет этим условиям. И вот она сейчас в немножко упрощенном виде. Здесь просто немножко переписано то, что мы как бы берем подмножество из игроков без итого игрока и, ну, делаем все то же самое, только еще здесь делим на... возможно, я ошибся, здесь не делим, а... Нет, все-таки делим. Делим на c из n по s. Вот. Ну, на самом деле это эквивалентные формулы, просто они переписаны немножко в разных терминологиях. Вот. И теперь мы можем снова вернуться к машинному обучению. То есть, я думаю, могли заметить, что здесь есть некоторая связь, как бы, и мы можем ее провести, то, что игрок – это, по сути, признак, а награда – это значение f, f от x. То есть мы как бы вот такую терминологию теперь приходим и все, начинаем все, ну, точно так же, как и с лаймом. Мы выбираем какой-то конкретный x. То есть shap – это у нас вот метод, который локальный. Мы выбираем какой-то конкретный x из нашего, там, из нашего пространства. Теперь мы… если вернуться, мы здесь у ката считали… Для любого произвольного множества игроков k, то есть вообще для любого, какого хотели. Но как, в случае f мы же не можем как бы взять какое-то подмножество пространства и сказать f, посчитать вот именно на этом подмножестве пространства значение. Нам приходится обходить эту проблему, и каким мы образом это обходим. Вот мы, опять же, как бы сэмплируем какое-то подмножество признаков, то есть вот мы сэмплируем вектор, бинарный вектор такой же размерности d, и далее мы восстанавливаем вот в исходное RD, восстанавливаем из вот этого xk-штрих, как бы восстанавливаем x-катой, z-катой, и находим значение вот на этом восстановленном z-катом. Далее я объясню, как работает вот этот hx. Вот, но концептуально мы просто как бы, вот эта штука, это по сути попытка подсчитать на f от x, ну, f на подмножестве признаков. Каком-то подмножестве признаков. Вот. Далее мы подсчитываем веса, как вот в лайме там были веса, я их чуть позже тоже покажу, и обучаем линейную модель. Вот. И утверждается, что веса линейной модели будут обладать свойствами Shapley Values, то есть они вот, будут обладать вот этими свойствами. Ну, там еще дополнительные, на самом деле, теоретические моменты, но я их опустил пока. Вот. Ну и, собственно, что значит операция восстановления? Вот у нас есть какой-то вектор, как бы бинарный вектор, который соответствует как бы подмножеству признаков. То есть 0 – это как бы включен признак, 0 – выключен признак, единичка – включен признак. Ну и вот восстановить как бы обратно – это, по сути, заменить 0 на случайное значение признака из набора данных. То есть мы просто случайно берем это, берем как бы значение этого признака из набора данных и просто подставляем. А единичку – значение признака у рассматриваемого икса. Вот. Как бы здесь можно на самом деле заметить, что это по сути как бы маргинализация, то есть, ну, точнее, мы матожидаем по какому-то подмножеству признаков. Но здесь просто не матожидание, как бы, а очень-очень упрощенно мы просто один признак берем, как бы подставляем. На самом деле можно проматожидать, это будет, наверное, еще более точно. Вот. Ну и как бы считаем, и вес у нас считается по такой формуле, то есть как бы похожесть подмножество признаков к обычному нашему исходному множеству признаков считается вот по такой формуле. И, ну, как бы только с этим весом ну, у нас эти значения будут обладать свойством Shapley Values. Так. Но если этот момент, если все понятно, то двигаемся дальше. Теперь мы можем, наконец, взглянуть на картинки. Вот.
Первая картинка – это вот как раз интерпретация на каком-то конкретном объекте. Мы можем посмотреть, что наша модель исходная ответила, что там как бы на этом объекте у нас 24-41 ответ. И вот мы можем посмотреть, какие признаки больше всего внесли вклад в этот как бы ответ, по сути. То есть они, мы видим, что LSTAT, он самый важный признак, потому что там вот как бы это линия самая большая, вот, и он еще к тому же именно добавляет значение, то есть он как бы увеличивает значение для, ну, чем он, видимо, чем он больше, тем, собственно, увеличивается значение f от x, вот, ну, и, соответственно, для других признаков они могут как бы уменьшать значение и тоже иметь какую-то конкретную важность, вот, как бы достаточно, в принципе, ну, получается читаемо, то есть мы можем на каждом объекте посмотреть, кто самый важный, насколько и насколько самый, ну, насколько важный. Вот. Далее можно посмотреть на картинку с животными. Здесь, в принципе, та же самая идея, как с лаймом. Мы можем выделить какие-то суперпиксели и делать абсолютно вот то же самое, что до этого делали, просто в контексте шап. То есть мы какие-то суперпиксели выделяем, их как бы включаем-выключаем и смотрим, как сильно изменились там прогнозы модели, да, то есть после включения-выключения. Вот, и здесь появляется вот как бы, на что модель, собственно, смотрела больше всего, чтобы там предсказать, что суслик-суслик, ну, если это суслик. Вот, то есть она смотрела вот на как бы на мордочку, получается, больше всего. Ну, и там для птицы, соответственно, там на клюв. Вот. Ну, еще можно, в принципе, дополнительно, никто не мешает смотреть на, как бы, на модель по всем этим объектам. То есть мы просто соберем, как бы, прогоним эту модель на всех объектах и посмотрим, вот такую соберем картиночку, и посмотрим, насколько большая дисперсия у важности признаков. То есть вот мы видим, что у LSTAT максимально большая дисперсия, и он еще как бы, ну, по-разному там влияет на предсказание модели, то в больше, ну, то он увеличивает, то уменьшает, и, в общем, он, видимо, самый важный, потому что дисперсия самая большая. Ну, и так вот получается, как бы, от самого важного к самому маленькому, который ничего не решает, по сути, то есть он как будто даже и не и шумовой почти, то есть он почти ничего не вносит. Вот. Теперь мы можем поговорить о временных рядах и как использовать эти методы во временных рядах. Но основная проблема временных рядов в том, что, ну, в том, что последовательность бывает разной, как бы длина последовательности бывает разной, и это вносит некоторые сложности. Также из-за этого, вследствие чего появляется огромная размерность пространства, то есть если у нас, не знаю, 1000 секунд и там размерность пространства 100, то это очень большая размерность, ну, очень сложно с этим работать. Также как бы один конкретный таймстемп обычно редко несет в себе много информации, это, ну, как бы тоже приходится как-то решать эту проблему. Ну и чем больше признаковое пространство, тем сложнее человеку вообще разобраться. То есть он может, конечно, построить 1000, там, не знаю, 100 разных графиков для разных признаков и посмотреть все на все это вместе, но это, кажется, не очень продуктивно, сложно будет что-то понять. Вот. И теперь вот мы рассмотрим, как можно интерпретировать там временные ряды в задаче, для задачи sec2sec. Это вот я выбрал датасет, где в каждый момент времени нужно предсказать, открыты ли глаза у человека или закрыты. То есть у нас вот есть там несколько, там 10 секунд, и нужно 10 раз сказать, открыты были в этот момент глаза у человека или нет. Задача sec2sec. Ну и я очень упростил, я для того, чтобы провести какие-то простые эксперименты, я посчитал, что промежутки времени независимы между собой, и здесь мы можем просто, по сути считаем, что у нас табличные данные, они не зависят от предыдущего момента времени, и это, конечно, очень сильное допущение, но, возможно, иногда это как бы работает. Вот, ну, я обучил модель, там в данном случае это был градиентный бустинг, и вот попробуем применить один из методов объяснения модели. Ну вот, например, шап. То есть я вот какой-то конкретный таймстемп взял, какой-то конкретный промежуток времени, он не зависит от предыдущих, мы просто берем вот эти признаки в конкретный промежуток времени и смотрим, как бы кто больше всего повлиял
на предсказание того, что у человека глаза открыты, то есть 0,96 – это вероятность. Ну, кстати, да, качество получилось достаточно неплохое, даже с учетом того, что я предполагал, что мы не зависим от предыдущего момента времени. Вот. Ну и самое интересное – это посмотреть на вот этот многомерный временной ряд, как бы по времени, собственно. Вот. И мы можем здесь заметить, что вот я построил, и мы можем заметить, что мы свернули ряд с 15 признаками в каждый момент времени вот в один небольшой, и в каждый момент времени мы можем посмотреть, какой как бы признак наибольший вклад внес в предсказание того, что там у нас глаза открыты или закрыты, ну и так далее. То есть вот мы можем прямо посмотреть, как бы что в конкретный момент повлияло больше всего. И, возможно, выделить какие-то даже паттерны. То есть мы можем увидеть, что там когда глаза закрыты, у нас какие-то определенные признаки больше всего влияют. Вот, если открыты, то другие признаки больше всего влияют. Вот. Да. Ну, как сделать лучше? Здесь можно по-разному подходить, но вот есть первая была идея, это просто в качестве признаков на текущем моменте брать несколько состояний из предыдущих моментов, просто как бы конкатенировать предыдущие таймстемпы вот, и получить там как бы такой большой-большой вектор. Там, не знаю, мы будем давайте смотреть в прошлое на 3 секунды назад, и как бы у нас получится вектор там, в 4 раза больше. Да? То есть и вот пытаться на таких признаках обучать модель. Но это немножко усложняет интерпретацию, потому что SHAP теперь будет появятся какие-то признаки, которые как бы говорят, что в общем, это немножко сложнее, потому что и увеличивается пространство, и в целом это как бы достаточно интуитивно, что там почему-то повлиял, значит, 4 секунды назад повлиял вот именно этот признак, как бы почему, не совсем понятно. Вот. Ну, еще появилась идея использовать RNN, ну, там LSTM или что угодно еще, у которых как бы модели, у которых есть hidden state, и мы можем считать этот hidden state суперпризнаком, который вот как бы он единый такой, он может включаться и выключаться. То есть он такой большой суперпризнак, и здесь уже с интерпретацией немножко получше, потому что у нас тогда просто добавится еще один признак ко всем нашим остальным признакам, и он будет отвечать как бы за зависимость от предыдущих моментов времени, и это звучит более адекватно. Вот. Ну, еще также как бы для некоторых задач можно использовать графовые нейросети. Они, например, полезны. Ну, мы подумали, что они могут быть полезны, если мы рассматриваем активность головного мозга, это тоже временной ряд. Мы знаем, где расположены электроды на голове, и как бы графовые нейросети как раз вот могут как бы как свертки в некотором смысле находить какие-то нетривиальные зависимости между этими электродами, и вот мы можем вот эти нетривиальные зависимости как бы показать, что вот там какой-то обязательно там эти 2 там, или 3 электрода, которые в разных участках головы, они внесли наибольший вклад в то, что мы там сейчас предсказываем. То есть это как бы может помочь обнаружить какие-то нетривиальные зависимости. Вот. Далее я смотрел задачу Sec2Label. Это, ну, например, задача распознавания человека по его ЭКГ. То есть у нас есть вот какой-то временной ряд. Ну, в данном случае у нас будет одномерный временной ряд. И мы как бы после того, как посмотрим весь временной ряд, должны сказать, там, это человек номер один, человек номер два или так далее. Ну, как бы классификация. Вот. И здесь можно поступить, в принципе, как с изображениями. Можно сказать, а давайте поделим временной ряд на равные кусочки, и мы будем считать их суперпризнаками. То есть, в принципе, идея та же самая. То есть, как бы, выключение суперпризнака – это замена на средний или шум. Вот. Ну и, соответственно, мы можем получить вот такую картинку. То есть, я здесь поделил на 15 кусочков наш временной ряд. Ну да, еще как бы здесь нужно сказать, что весь временной ряд, он был с одинаковым количеством таймстемпов, то есть он как бы одной длины был. Это, ну, такое важное допущение. Вот, и как бы я поделил на 15 кусочков, и теперь считаем, что эти кусочки суперпризнаки, и мы можем посмотреть, что вот для нашего как бы конкретного зелененького объекта, который относится к классу 3, наиболее важно было, что вот здесь возникла какая-то вот такая, ну,
как бы какая-то такая кривуля. Вот, она самая важная была, и именно, по сути, благодаря этому мы предсказываем, что он там относится к классу 3. Ну и на самом деле, если вернуться назад, вот здесь можно даже заметить, что в целом, да, действительно, вот у зеленого класса, у него вот именно где-то вот здесь, в этом промежутке, активность наибольшая. То есть она, конечно, здесь вверх и вниз бывает, но, как бы, видимо, важно, чтобы вот именно вот в этом промежутке была активность. Вот. Но здесь возникает проблема, то, что деление на, как бы, на кусочки – это дополнительное усложнение, это дополнительный гиперпараметр, который на самом деле может приводить к разным, как бы, ситуациям. В данном случае я поделил на количество кусочков чуть поменьше, то есть кусочки стали больше. И здесь, в принципе, ну, как бы, картина осталась примерно той же. То есть у нас вот этот кусочек, он самый важный для нас, мы на него больше всего смотрим. Но вот когда я поделил на 25 кусочков, уже стало совсем непонятно. И непонятно стало, почему, ну, вот, почему здесь влияние, наоборот, в худшую сторону, потому что это влияет в худшую сторону, а не в лучшую. Ну, видимо, все-таки, ну, видимо, деление, ну, в зависимости от деления на кусочки, может измениться качество интерпретации, поэтому здесь это дополнительный гиперпараметр, который надо подбирать, возможно. Но, возможно, есть какие-то, ну, возможно, появятся какие-то идеи, которые могут избавить нас от подбора гиперпараметров. И вот, наверное, одна из, как бы, идей, от которой могут потенциально помочь избавиться, это почему мы, собственно, считаем, что замена на среднее или на шум – это хорошая идея. Если, ну, может быть, у нас есть более, как бы, хорошие способы как-то отключить суперпризнак. И, возможно, вот появилась идея, что можно использовать сверточные нейронные сети. То есть давайте, как бы, использовать свертки вот там, не знаю, вот такого размера, то есть вот так, вот так, вот так. То есть эти свертки будут, как бы, давать какой-то один признак большой, там, вот из большого такого кусочка они будут давать один признак. И вот теперь, как бы, у нас есть большая модель какая-то сложная, и теперь мы ее дистиллируем, можно сказать, в сверточную нейронную сеть, которая вот, как бы, будет вот работать именно так, как мы сказали. То есть мы, как бы, делим на кусочки, и она вот будет пытаться предсказать то же самое, что большая модель. А потом уже эту сверточную нейронную сеть, мы, зная ее структуру, можем вот отключать, как бы, вот эти свертки, по сути. То есть у нас вот одна свертка вернулась, там, значение единичку, мы это значение отключим, там, ну, уберем его, как бы, изменим его. Вот, то есть это может быть более интерпретируемо, потому что каждая свертка в каждой вот, на кажд... ну, она может более умно выучить зависимости, а не просто изменение на средний шум, и, соответственно, может получиться больше, ну, более хорошая интерпретация. Вот. Но здесь дополнительно, конечно, появляется сложность в том, что у нас есть какая-то промежуточная модель, и, возможно, она не очень хорошо будет работать. И, ну, это уже предмет дальнейших экспериментов. Вот. Ну, дальше, как бы, еще вот то, что здесь нарисовано, это я использовал Lime, я не использовал SHAP пока что, это только Lime. И поэтому вот если, ну, как бы, хочется использовать и SHAP тоже, попробовать рекуррентные нейронные сети для некоторых задач. Вот. Ну и графовые нейронные сети, конечно, тоже предмет, как бы, активного изучения. Возможно, в следующей неделе Леонид Сидоров, он расскажет о них. Вот. Ну, в общем, спасибо за внимание. Закончил. Спасибо большое. Также вот можно посмотреть некоторую библиографию. Обращаю ваше внимание, что на Волнера это такой некоторый ресурс в интернете, да, это такой развивающийся проект, и там можно увидеть различные технологии. Окей, ваши вопросы. Ну, вот тема вашего доклада – это интерпретируемые машины обучения. Вот я правильно ли понял, что интерпретация заключается в нахождении таких суперпризнаков, по которым мы вот объясняем, почему наше решение такое, а не другое, просто признак вот имеет такое значение, поэтому решение такое. Или интерпретация по-другому делается? Ну, вот, как бы, в простом случае мы можем не использовать суперпризнаки, но в некоторых задачах это
это большая проблема, то, что один маленький признак не несет в себе много информации, как в изображениях, поэтому, да, мы используем суперпризнаки часто. Вот, ну и, да, концептуально мы, вот как сейчас я, возможно, вернусь, так, вот как здесь. Концептуально мы, так как мы можем объяснить простую модель, мы вот в некоторой окрестности, соответственно, как бы можем посмотреть, вот насколько сильно влияют эти сдвиги этих, ну, каких-то конкретных признаков, то есть они как бы немножко сдвигаются или, возможно, выключаются, как в случае shape values. То есть мы как бы их немножко сдвигаем и смотрим, как, собственно, изменилась модель. Я вообще изначально увидел в этом даже градиент. Я увидел в этом то, что вот если мы смотрим на какой-то конкретный объект и можем посчитать здесь производную, то есть градиент, то по сути это как бы насколько, вот если мы пойдем по признаку номер 0, мы насколько сильно изменяемся. Если очень сильно, то он очень важный. Ну вот, в общем, концептуально я сначала это понял так, но мы, конечно, не используем градиент, потому что слишком локально, мы используем чуть больше окрестностей, и поэтому пытаемся строить что-то большее, чем как бы градиент. Вот, то есть мы, да, мы смотрим на веса линейной модели, по сути. Ну, наверное, уточню, если можно. Да. Здесь есть два момента. Первый момент, что есть какой-то язык, на котором вот этот объяснитель должен с нами общаться. Потому что в конце концов, стоит человек. Если вот какой-то типичный результат вроде распределения вероятности выдает модель, считается, что человек не может воспринимать ответ в виде распределения вероятностей. И тогда нам нужен в каком-то другом виде ответ. А в каком другом виде? Вот очень часто все равно в виде упоминания признаков или свойств, которые человеку понятны. Помните, у нас был доклад «Распутывание», который говорил о том, что все-таки должны быть какие-то понятия, которые заранее мы анонсируем как понятные человеку. И, соответственно, вот этот момент, что в конце концов мы боремся за то, чтобы описание модели в целом или результата применения модели было в каких-то терминах понятных человеку. Ну и вот дальше уже что считать понятным человеку? Здесь бывают разные взгляды на это, и, соответственно, как бы немножко разные цели интерпретации возникают. Артём, вот я хочу конкретно вот пример собаки и кошки. Да? Вот как выглядит интерпретация того, почему сеть считает изображение собакой, а почему кошки? Как вот интерпретация? Здесь есть два примера, на два ответа, еще раз. Первый ответ. Вот пускай мы сетку обучили, и мы скармливаем вот в сетку какой-то там объект. И просто в каком-то смысле, да, на изначальных пикселях, да, там важность каждого пикселя можем получить. А есть, представь, что вот, ну, понятно, что вот такая важность каждого пикселя, вряд ли человек вот с такой интерпретацией согласится. И хочется сказать, а давайте введем какие-то промежуточные понятия, которые для человека в мире людей они существуют, но они гораздо более высокоуровневые, чем отдельные пиксели. В идеале, вот идеальные примеры интерпретации изображений там на кошках, собаках выглядят так, что вот мы установили, что мордочка острая, ушки острые, но нету там закругления головы и так далее. И вот если мы установили, то это точно собака, это не волк, это не кошка. То есть мы говорим, почему это собака, и почему при этом это не волк, почему это не кошка. И вот эти ответы «почему» идут на языке высокоуровневых признаков. А вот высокоуровневый признак, как добиться, чтобы он был интерпретируемым человеком? Конечно, в идеале нужно какие-то словари создавать, которые человек понимает. То есть вот здесь суперпиксель – это все-таки какая-то зона, да? А хотят еще больше, хотят говорить, что вот мы видим, что там ушки остренькие. Вот именно текст, который упоминает привычные человеку понятия. Это вот такая идеальная интерпретация модели. И этот текст рассказывает, почему решение такое и почему решение не другое.
Ну, вот рекомендации выглядят так. Ну, еще, если на пару минут можем как бы по этой теме пообщаться, и потом начнем постепенно переселяться. Я тут что-то говорил, но я понял, что микрофон мой был выключен. Вы ничего не слышали, да, из того, что я сказал? Нет, ничего не слышали. Какая жалость. Но я имел в виду, что вообще под интерпретацией мы понимаем все-таки такое естественное языковое объяснение. То есть вот почему изображение собака, это вот вы правильно сказали, там форма ушей, форма морды. И вот именно это объяснение, мне кажется, надо в обучающую выборку тоже, так сказать, вот сопровождать. Ну, это вызов, да, где оно вообще должно быть, потому что в каком-то смысле, да, у нас есть какие-то высокоуровневые вторичные понятия, которые все еще воспринимаются человеком. Да, вот на языке пикселей ушей нету, но все-таки что-то должна нейронная сетка собрать, и при этом это оказывается уже привычное человеку понятие формы ушей. Да, вот какая-то такая, то есть все равно объяснение должно быть на каком-то языке, который человек уже признает. А значит, откуда-то надо вводить, да, одно дело, что вот они картинки, а другое дело, что все-таки действительно надо вводить какие-то, вот пытаться вводить понятия, которые считаются уже признанными у людей. Да, в общем, все сложно. Так, а вы презентацию пришлете? Это... Просто литературу хочется мне. Да, конечно. Могу, да, могу прислать. А куда? Да, ну, давайте, уважаемые студенты, вы мне дайте эти презентации, а я оптом... Да. А мы куда? Мы вообще-то, у нас нету культуры выкладывать эти презентации. Могу тогда в этот в общий чат можно положить. Чат, да, да, да. Я обращаю внимание своих студентов. Вот там Лещенко Сергей, я вижу. Вот те, у кого еще неопределенность есть, вот эту книжку, это книжка, да, вот Кристоф Мольбах? Да, 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 это книжка, она бесплатная. То есть, вы, ну, она в интернете есть, в, да? В интернете есть, да. В общем, вот я призываю своих студентов, которые еще не определились, чем заниматься, вот по именно этому направлению побольше почитать и пытаться создать свои методы обучения с интерпретациями. Очень хорошо, большое спасибо за интересный доклад. Так. Все, всем студентам большое спасибо и за доклады, и за вопросы. Ну вот мы сегодня попробовали такую форму, когда, ну, интенсивно подается материал. Ну вот интересно также какие-то отзывы студентов, вот такая интенсивная, слушателей, да, студентов-слушателей, такая интенсивная форма, насколько уместна. Или все-таки удобнее, когда один доклад, и мы долго-долго его... Ну, с разных сторон. Ну, вообще, по-хорошему, вот все то, что обсуждалось, это заслуживает отдельного семинара. То есть вот по деньгам там очень интересные задачи. Ну, вот с другой стороны, с третьекурсником еще тяжело, да, подготовить материал на целый семинар. Ну, было видно, что у них есть что сказать на самом деле. Ну, это очень хорошо, слава богу. Все, хорошо. Я прошу прощения, да. Алексей, Сергей, нам надо переселяться. Так, уже переселяются, я так смотрю, ага, ребята. Арчил, а в следующий раз у нас... В следующий раз у меня тоже три моих молодых выступят в таком же жанре. Ага. Это нужно, хорошо, и для моих студентов, чтобы они, да, тренировались, да, выступать. Но темы интересные, я считаю, что вот такие бодрые сообщения, хорошо, по этим темам, да, они уместны. Да. Хорошо, очень хорошо. Ну, спасибо всем. Все, спасибо огромное. До свидания. Счастливо. До свидания.